Нет. Ну-ка, иди сюда. Давай сюда дневник. Сейчас посмотрим, что там у тебя. Надим хорош, но я же не маленький ребенок. А что ж ты об этом не думаешь, когда козюльки свои жрешь? Может, мне соли не хватает? Может, мозгов не хватает? Не, соли. Ладно, проехали. Давай сюда дневник свой. Давай, посмотрим. Так, русский 5, математика 5, география 5. Да ты, Даня, просто красавчик. Держишь марку нашей породы. У меня тоже всегда было все отлично. Так ты же ни хрена не учился. Ну и отлично же. Че? Музыка 2? Слышь, бро, да ты же поешь круче, чем этот учитель по пению. Вот. Что вот? Вот эта фраза ей особенно не понравилась. Ну и пох! Ты реально думал, что я у тебя уроки буду спрашивать? Давай, прыгай, сейчас в Соньку поиграем. Ага, разбежался! Пошел уроки делать нахер! Дорогие друзья, ассаламу алейкум, здравствуйте. Моя жена решила сделать мне приятный подарочек за 2000 рублей, за мои 2000 рублей. Вот, покажи. Та-дам! Новый маникюрчик. Нравится? Мне очень красиво, нравится, да? Очень нравится. И у меня для тебя тоже есть приятный подарочек. Какой? Сейчас покажу, смотри. Так, дорогие друзья, вот и подарочек для нашей Жени. И что это? Держи, это называется грабли. Будешь расчищать огород. Нет, Жалил, у меня вообще-то маникюр новый. А, простите, я забыл, ты же можешь без грабли справиться. Нет, Жалил. Я ничего не знаю, отрабатываю 2000 рублей, давай. А почему у модели Беллы Хадид фамилия Хадид, а не сидит или стоит, или лежит? А почему люди говорят, пошел дождь? У него что, есть ноги? А? О, реально? А что если девушки расстаются с парнями и находят через 2 недели новых, все потому, что они богомолы? И отгрызают бывшим голову. О, Господи! А почему снежный человек снежный, если он совсем не снежный и вообще не человек? А если Кристина Агилера женится на Кристине Арбакайте? То она будет Кристина Арбакайте? Господи, а что если карантин придумала Настя Ивлеева, чтобы все сидели дома и смотрели ее прямые эфиры «Прямой карантин»? Ах, Солунишка, я тебя спалил! О, здрасте! Не шагу ближе, отойди назад, бичевка! Дядюшка, это я! Да знаю, я тут это, кастрируюсь. Конспирируетесь? Конспектируюсь. Между прочим, у меня работа новая. Я охраняю машину богача. Ну, богатые люди, знаешь. Да откуда тебе знать, шелуха? А он об этом знает? Ну, сейчас придет, узнает. Он придет, а я ему. А я вашу машину охранял от собак, от воробьев всяких паскудных подозрительных. И он такой мне сразу 5000 даст. Или по лицу. Почему? Ладно, а где машина-то? Ну, сука! Боже. Тихо, не настоящий. У меня там коньяк. От холода и вирусов помогай. Будешь? Нет. Не везет мне сегодня. Еще и домой идти, с вонючкой сидеть. С кошкой? С женой. Я 5000 хотел потратить на развод. Ну или креветки попробовать. Вот ты пробовала? Ну да. Да что ты там пробовала, нищета? У тебя даже машин нет. Займи на патроны. Сегодня я приехала в санаторий 1.5 звезды. Будем делать обзор. А, вот тут у нас гостевая парковка. Но, как мы видим, единственное место уже занято. Кстати, прошу обратить внимание, авто раритетное. Посмотрите, прямо во дворе располагается холодильник. Я думаю, это холодильник для вина. Так, возьмем бутылочку. А филиал прачечный. Уютная лаунж-зона. Можно с комфортом готовить прямо на открытом воздухе. Настоящая печь. Вот я вижу уголок для любителей спорта. Тут у нас зона сайклинга, видимо. Да. Вот вижу батут. На территории также имеется бассейн. Тут зона гриля. Я вижу шайку поваров. Видимо, антенна Wi-Fi. Так, ну-ка поправь. А вон тусуются местные петушки и курочки. Прям как в московских клубах. А вот, видимо, комфортабельный туалет. Так, сейчас мне хватит, я сваливаю отсюда. Что? Я забыл, что я женат. Блин, Джалил испугал меня!